Сложно это все, говорить очень тяжело ей. Сложно разговаривать на эту тему. Да, конечно, ничего не переживает. Сколько моих трудов там вложено. Как не переживать? Каждую скотину жалко, каждого на руках затаскивали. Жеребенка вытаскивали тогда, когда помочь не можешь, как ребенку. Помочь не можешь, их, я говорю, мы трактором их выталкиваем, они разворачиваются. Они стоят, они не выходят. Разворачиваются и обратно заходят на то же место, где горит. Да не, не, это же любая скотина, она не понимает этого всего. Любая скотина, вон овцу. С кошары выкидывают, рассказывают. Вот звонил сегодня там в этом, в Буденном, у Кали. Он говорит, мы выкидываем овцу, она вот залетает там, где огонь горит. Она бежит туда, она не убегает, она забегает обратно туда. Так же и лошади, они все в ступор такой встают и все.